Друзья, всем привет! Мы начинаем новую серию нашего влога. Как всегда, мы находимся уже в всем знакомом аэропорте Пулково. Можешь в аэропорту? Можешь в аэропорту? В аэропорте. Ну, без разницы, разберитесь как-нибудь сами. Сегодня мы отправляемся в путешествие на самый большой Прибалтике фестиваль. Называется он Weekend, пройдет в трех городах, и мы побываем вместе с вами, естественно, сначала в Эстонии, куда мы сейчас как раз летим, потом мы отправимся в Швецию, в Стокгольм, и закончим наше путешествие в Финляндии, в Хельсинки. И перед тем, как начать наше путешествие, хотим сказать вам, что если вы уже когда-нибудь видели наше видео, если оно вдруг вам понравилось, и если вы хотите видеть нас почаще, наши прекрасные лица, даже немного уставшие и не выспавшиеся, то обязательно подписывайтесь на наш канал, это можно сделать прямо сейчас, вот здесь ссылка. Так что действуйте, подписывайтесь. Ну а мы начинаем путешествие. Это Матис Садко. Йо. Саня. Знаешь, за что люблю Starbucks? За то, что можно каждый раз, покупая кофе, там перевоплощаться. Знаешь, кто я сегодня? Яша. Я сегодня Яша. Я вообще по утрам всех ненавижу, и злой очень. Злой и ворчливый по утрам. Привет, ты чё молчишь? Дай пять, эй. С ним что-то так, по-моему. С тобой все в порядке? У него что-то с ботинками. Мне кажется, его кроет немного. Что ты употребил? Отвечай. Ну что, мы приземлились в Таллине, и я могу сказать, что за все лето это первая страна, которая не уступает по холоду России. Здесь реально холодно, и я не совсем понимаю, как сегодня будет проходить большой опен-эйр. Люди в тулупах, в куртках, страна в шубах. Таллин. В общем, мы в Таллине, но наше выступление сегодня на уикенде будет не в Таллине. Ты помнишь, какой город? Перну. Так что мы сейчас в гостиницу, после в Перну, на уикенд. Welcome to Estonia! Юрий. Друзья, посмотрите, кто нас встретил в Эстонии. Сауна клуб. Не знаю, где мы проведем автопати, мне кажется. Сауна клуб, то, что нужно. Или Сань все-таки... Так, Эстония нас встречает дождем, холодной погодой. Ну и сейчас только 9 часов утра, надеемся, что как-то будет повеселее во время фестиваля. Пока вот так, очень серо, хмуро и грустно. Хотя нет, с нами не может быть грустно. Самая крутая тема, когда едешь в машине на площадку, особенно если дорога длинная, это наличие Wi-Fi в автомобиле. Вот расписание сегодняшнего дня. Если мы внимательно посмотрим все, что здесь происходит. Так, main stage. Сегодня Avicii, Steve Aoki, Dubs, Knife Party, Last Frequencies. И, внимание, The Root. Мы играем на Future Stage. Играем музыку, видимо, будущего. Я так понимаю. Так вот, вместе с нами сегодня Уми Тоскан, TGR, Will Sparks, Blend, Sam Field, Термат, мистер Балтвизол. Мне кажется, а вот что нас объединяет? Почему мы собраны под Future Stage? Потому что такие? Мы будем играть будущие хиты. Наше путешествие в город Перну, где сегодня проходит фестиваль Weekend, продолжается. И для тех, кто сомневался в нашей успешности, в том, что мы богатые, знаменитые, вот вам факт. Смотрите, моя кепка состоит из черной икры полностью. Кто себе может такое позволить еще? Из чего состоит кепка Матисса, вы узнаете в следующей серии. Или ты раскроешь карты прямо сейчас? Вот из чего. Ведь теряю нить. Причем есть песниры. Очень нравится. Заряжаюсь перед сетом, реально. Супер качественно и на все времена. Просто были на прошлой неделе в Беларуси. Саня так вдохновился, что теперь каждое выступление слушает без
бодрит. Решает. Всем советую. Кстати, вот спрашивали люди, как стать диджеем, с чего начать, где ловить вдохновение. Вот, смотрите. Добро пожаловать на такой очень милый, душевный бэкстейдж фестиваля Weekend. Мы в Перну, в Эстонии. У нас очень такой таинственный бэкстейдж сегодня. Наш грин-рум сегодня особенно таинственен. И самое время проверить райдер. Итак, водичка. Есть. Кола. Есть. Много-много-много клюквенного сока. Это не наше. Снеки, чипсы, орешки. Все, что необходимо. Да, также есть полотенце. В общем, все, что заказывали. Круто, отлично. Можно продолжать веселиться. Эй, всем привет. Как и обещал, солнышко выглянуло. Не могло все закончиться дождем, плохой погодой. Но не без происшествий. У нас задержался сет минут на 50, я думаю. Из-за этого сократилось время выступления. До 30 минут у нас такое. Так что в скоростном режиме будем работать сегодня. Но погода крутая, атмосфера крутая. Все круто, все здорово. И заряжены, и мы готовы удивить всех сегодня интересной музыкой. Добро пожаловать на эстонский движ. Привет, привет. Привет, привет. Я попаду во влог. Можно? Можно несколько? Я вас люблю. Эстонская поддержка. Спасибо, ребят. Санек, новый солист танцевальной группы. I will see you in the future. Really? Yeah. Do you think that? No, dude. Really? Wait. What up, Russia? I'm with your boys. I love Russia. I love the Russian people. I've never been there though. I'll come visit soon. Друзья, несколько минут назад закончился наш стихийный сет. По-другому не назовешь, именно стихийный сет, потому что все оттягивалось, время оттягивалось. Непонятно, кто когда выступает. Опять-таки дождь, как на ультра-Европу. Опять-таки какой-то ветер, опять-таки эта буря могла помешать этому фестивалю, но не помешала. Поэтому мы все-таки отыграли, хоть и супер короткий сет. А мне очень понравилось. Ничего лишнего не было. Мы, в принципе, просто сыграли все свои самые классные последние треки, хотя нет, не все. Далеко не все. Но все было логично, по крайней мере. И мне, знаешь, мне нравится по 30 минут играть, я бы с удовольствием. Это халява, сами же. Халява, да. Халява. 30 минут, говорит, играть. Нормально. Модул. Ты можешь свою сумку поставить? Нам сказали, что мейнстейдж до сих пор закрыт. Прошло уже больше 2 часов. Ребята поддерживают. Эй! Вот такая большая группа поддержки у Red Fu сегодня. А мы опять пришли кушать. Yo, what's up, baby babies? Moscow, Red Square, I love y'all. Yeah, baby. Логическим образом мы оказались в фестивале Weekend уже здесь, в гостинице в Таллине. Дело в том, что завтра уже в 5 утра нам нужно быть в лобби, чтобы вылететь в Стокгольм. Поэтому времени осталось на сон. Такой хороший был дубль. Короче, осталось 4 часа осталось на сон, поэтому решили не дожидаться все-таки выступающих. И тем более закрыли главный танцпол. Чем было связано, Саня? Что-то у них там отвалилось. Да, что-то отвалилось.
перевес, да. Что-то с, со звуком. Поэтому, а где будет выступать Авичи, где будет выступать Стив Аоки, мы до сих пор не знаем. Главное, что мы выступили, все прошло круто, здорово. Завтра Стокгольм, Швеция, после мы летим в Финляндию, это уикенд. И это... Что это? Надо какую-нибудь фразу тебе типа, в конце. Нет, надо и какую-то это... фразу, чтобы... И это... Что-то интересное. И это... Ну, Саня беспокоит то, что в наших последних видео достаточно... мало обсуждений, достаточно мало вопросов люди задают в комментариях. Поэтому... Он решил немного добавить искринки в наш влог. Друзья, все, до завтра, мы спать. Спать. Что может быть лучше, чем подъем в 5 утра, а? Песни партизан, алая заря. Талая вода. Да что ты знаешь о стиле, щенок? А? Мне кажется, твой следующий костюм на фестивале должен выглядеть. Кровать в аэропорту. Идеально, мне кажется. Даже пожалел уже, что мы приехали прям к вылету. То можно было бы здесь поспать. Интересно, там можно вдвоем забраться? Ну, не с тобой, естественно. Доброе утро, Таллин! Вот на этом супер джете отправляемся прямо сейчас в Швецию, в Стокгольм. Это второй день фестиваля Weekend. Добро пожаловать на борт. Вот мы в Стокгольме, и погода радует, солнечно, ночью хочется спать. Я опять думаю об этом, об этой кровати, которая была установлена в аэропорту. А, little camera. Опс. Я что-то до конца не понимаю, то ли я в гостинице, то ли я готовлюсь к своему выступлению в кабаре. Это прикольно. Так, кровать на управлении. Еще что-то новенькое. Бля, как я теперь спать буду? Эй, верни обратно. После посещения ванны и туалета окончательно стало ясно, что все-таки это больше похоже на кабаре. После непродолжительного сна мы снова в эфире, мы на площадке прямо сейчас, мы находимся на фестивале Weekend, который сегодня уже проходит в Стокгольме, это Швеция для тех, кто плохо учил географию в школе. Мы уверены, таких среди наших зрителей, естественно, нет. Так вот, мы здесь прямо сейчас, открылся main stage, я не знаю, будет ли что-то видно, люди очень бодрые, да. Шведы, можно сказать, что в Швеции танцевальная музыка – это национальная музыка. Поэтому люди совершенно по-другому реагируют на подобный формат. Мы ждем, пока нас заберут куда-нибудь, отвезут куда-нибудь. Еще кто-нибудь. Накормят, напоят, да. Мы готовы уже вставать играть через где-то час. А сейчас наше выступление, это Future Stage. Мы в предвкушении чего-то хорошего и доброго. И позитивного, наверное. Может, нет. Ну да, нет, все-таки дальше. Добро пожаловать на главную сцену фестиваля Weekend. Сань, ты когда-нибудь видел такое количество блондинок в одном месте? Называется квест. Пройди через через столб. Yeah. На самом деле, так сегодня выглядит наш райдер. К водке мы не прикасались, к редболу тоже, к пиву вообще никогда не прикасаемся. Так выглядит наш дрессинг-рум. Опа. Можно принять душ. О, ничего себе, тут можно массово принимать душ. Возможность прям под сетап сюда сделать прямо сейчас. Музыка располагает у них как раз очень бодро. Давай.
Давай, давай, давай. Вот потом, потом в учебнике войдет это. Первая в мире диджей-зарядка. Welcome back! Саша решил немного перевоплотиться сегодня на вечеринке. Как не уговаривал его, говорит, нет, надо что-то делать с имиджем, пора что-то менять. Ну ладно, это его право. Был полный танцпол. Вот. Мы набрали водички, едем в отель. На Ягуаре, на новеньком. На Ягуаре, кстати, я ни разу не видел Ягуар. Кроссовер такой? Да. Так, круто. Ты вообще ничего не видел в этой жизни. Строим дискотеку прямо сейчас. Давай, Ягуарную.